Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Добрый вечер, дорогие телезрители. Программа «Спортклуб» приглашает вас на встречу во Дворец культуры «Металлургов» с футбольной командой «Крылья Советов». Не секрет, что в наше время ни один профессиональный клуб не может существовать без поддержки. Позвольте мне в первую очередь представить тех людей, усилиями которых в нашем городе существует команда, чья игра доставляет радость тысячам поклонникам футбола. Итак, знакомьтесь, члены попечительского совета футбольной команды «Крылья Советов» Самара, глава попечительского совета, губернатор области Константин Титов. Председателя совета Геннадий Нечаев, глава администрации Кировского района Самары. Ответственный секретарь совета Владимир Гейхман, ведущий специалист комитета по физкультуре и спорту администрации области. Члены попечительского совета Владимир Аветисян. Присутствует. Анатолий Галкин, генеральный директор «Остатный полет». Леон Ковальский, председатель Самарской губернской думы. Николай Мазалов, генеральный директор комбината «Спиртовой и переработочной промышленности». Генеральный директор акционерного общества «Салют» Николай Парова. Генеральный директор акционерного общества «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» Михаил Радаев. Заместитель арбитражного управляющего акционерного общества «Авиакор» Александр Осипов. Генеральный директор акционерного общества «Международный аэропорт Самара» Вячеслав Чернавин. Генеральный директор акционерного общества «Самарский подшипниковый завод» Игорь Шведак. Заместитель главы администрации города Самары Владимир Юрин. И вице-президент Волгокамского коммерческого банка Сергей Красильников. Генеральный директор акционерного общества «Шоколадная фабрика России» Алексей Хомяков. Ну и вместе с членами попечительского совета на встречу с вами пришли почетные гости. Владимир Мокрый, заместитель главы администрации области. И генеральный директор проектно-строительного предприятия «Соцкульбыт» город Тольятти Владимир Кожухов. Ну а теперь на сцену приглашаются герои сегодняшней встречи, футбольная команда «Крылья Советов». Предоставить слово главному тренеру команды «Крылья Советов» Александру Аверьянову. Пожалуйста, Александр. Здравствуйте, дорогие самарчане. С
Сразу хочу сказать, что очень волнуюсь, потому что такая встреча, мы ее просто не ожидали. И хочу представить вам нашу команду. Борис Яковлевич Вальков, президент клуба. Человек, который отдал всю свою футбольную, можно сказать, жизнь Самаре и нашему клубу. Анатолий Максимович Быткин, начальник команды. Также много лет верой и правдой служил нашему клубу. Анатолий Кикин. Тренер команды. Тренер команды Владимир Шкреба. Кандидат педагогических наук. Владимир Репин, администратор команды. Александр Цыганков. Вы его хорошо знаете. Доктор команды Олег Васильевич. Лучший бомбардир команды Аряпов Равиль. Тренер команды. Капитан команды Гарни Коваля. Вратарь команды Василий Слободько. Сергей Лагутко, нападающий. Сергей Корчагин, полузащитник. Александр Орешников, полузащитник. Сергей Шишкин, защитник. Александр Мартёшкин, вратарь. Мамука Минашвили, нападающий. Алексей Петин, защитник. Александр Никулин, полузащитник. Это молодые наши ребята. Сергей Грибов, полузащитник. Сергей Макеев, полузащитник. Александр Целюрик, защитник. Василий Мазур, защитник. Александр Аверянов, полузащитник. Виталий Сафронов, нападающий. Сергей Шишкин, вратарь. Андрей Рязанцев, защитник. Виктор Булатов, полузащитник. Зураб Циклаури, нападающий. Григорий Шерихора, тренер команды. Так, всех, по-моему, представил, да? Так, и еще отсутствует у нас два игрока. Это Анас Махлюв. И Нихат Буши. Они готовятся к сборной Сирии к чемпионату Азии. Ну, у меня очень мало времени, мне дали мало времени, поэтому я прежде всего хочу выразить большое спасибо всем болельщикам нашего города, потому что при такой мощнейшей поддержке мы играли хорошо. И как только случилась дисквалификация нашего стадиона, мы сразу почувствовали, что такое 12-й игрок на поле. Это вы. Спасибо вам. Сразу же хочу поблагодарить также всех членов попечительского совета и нашего председателя, лично Константина Алексеевича, потому что если бы не они, то, наверное, уж точно не было бы такого результата. Я не знаю, была бы ли у нас команда, которая сегодня есть. Спасибо большое. Я сегодня отчитывался в Федерации футбола, и у меня там был один час. Мне было что сказать по итогам этого года. Я буду очень краток. Задачу, поставленную попечительским советом, мы выполнили.
И я думаю, что и игрой мы радовали болельщиков, особенно первую и как бы последнюю часть чемпионата. Середину мы провалили. Я уже сказал причину. Может, еще там были другие объективные причины. Но во всяком случае, для нас Тольяттинское поле неудачное. А своя игра на своем поле, значит, была хорошей. И, конечно, сегодня печатают по-разному в газетах, сколько было в среднем у нас зрителей. Вот я подсчитал, 16 тысяч 60 у нас было людей в среднем на игре. Лучшая игра – это со «Спартаком» в пределе где-то 33 тысяч людей. И, ну, худших они, меньше 10 у нас просто не было таких игр. Надо сказать, что коллектив в этом году у нас сложился дружный. И я считаю, что это, наверное, главное, то, что команда смогла успешно выступить. Хорошее приобретение мы получили в этом году. Можно сказать, ни одной копейки на ветер не было выброшено. И в том числе, значит, ко второму кругу у нас очень удачно влились два игрока. Это и Сафронов Виталик, который забил 5 голов. И, конечно, Махлюв Анас, который стал любимцем, забив 6 голов. Я бы сказал так, что ровно провели чемпионат. Это 11-13 человек, которые на своих плечах практически вынесли всю тяжесть чемпионата. Наверное, сегодня их будет по ходу, значит, и отмечать. Вот. Ну, надо сказать, что в обороне мы сыграли, в общем, хорошо. Хотя были трудности, были у нас, значит, и пропуски по желтым карточкам. Ни одного удаления, только московский «Локомотив». Команда была корректной, значит, 43 предупреждения всего. Мы на втором месте после «Ротора». Чуть-чуть не дотянули до приза справедливой игры. В средней линии, в общем-то, у нас стабильно играли игроки, это и Орешников, и Макеев, Аверянов, Цыганков, потом и Сафронову приходилось играть. Ну, Булатова мы сюда тоже бы отнесли. Вот. Может быть, они много не забивали, но они полезно действовали. Нападающие, ну, в первой части я бы сказал так, что все-таки не хватало результативных нападающих. И Гарни Ковалян трудились хорошо, и Мамука Минашвили до травмы очень прилично выглядел. Но голов все-таки было мало. И вот с приходом игроков, я уже сказал, Сафронова и Махлюфа, у нас дела пошли, значит, вверх. Потому что не хватало реализации. Она произошла, и сдвиг в игре произошел. Надо сказать, что готовились мы в этом году очень серьезно, подготовительный период, и проделан был большой объем работы. Но я уже сегодня футболистам говорю, что то, что сделано сегодня, это будет мало завтра. И, естественно, задачу нам поставят выше, чем в этом году. Поэтому я их призываю перед вами, чтобы они хорошо отдохнули, хорошо подготовились к большим трудностям, я имею в виду нашей работы, которые ждут их впереди. А сейчас хотелось пригласить капитана попечительского совета Константина Алексеевича к нам сюда, на трибуну. Дорогие друзья, а, наверное, все, кто болеет за нашу любимую команду, команду, основанную в 1942 году, команду с очень красивым названием «Крылья Советов», наверное, действительно мы все друзья. У нас одна общая любовь. И мне сегодня в этом зале очень приятно чествовать нашу команду, команду, которая вошла в десятку в чемпионате Российской Федерации. Мы, конечно, все с вами хорошо помним историю нашей любимой команды. Помним
игроков, которыми Самарская область гордилась, которыми Самарская земля гордилась, и которые потом не уронили чести и достоинства и отлично выполняли обязанности и нападающего, и защитника, и вратаря в других командах. Это и Борис Казаков, и Хусаинов, и многие-многие другие. Ну и, конечно, многие из них сейчас, вы это подтвердили своими аплодисментами, находятся и в руководстве нашей любимой команды. Это Борис Вальков и, значит, наш любимый Толяныч. Вот я его все время так зову. Конечно, были взлеты, но были и падения. Команда играла и во второй лиге. Но я думаю, мы сегодня уже надежно закрепились в высшей лиге российского футбола. Это всегда трудно, это всегда тяжело, потому что все мы прекрасно понимаем, сколько молодой человек должен дать силы и энергии, чтобы 90 минут матча трудиться на поле, трудиться, отдавая всего себя игре, думать и смотреть, и находить взаимопонимание своими товарищами, а противник, он суров. Он не только может быть сильнее тебя физически, обгоняя или технически отбирая у тебя мяч, но еще и бывает и подлость игрока, когда уродуют спортсмена. И спортсмен к этому должен быть готов. Наша команда с честью выдержала сезон 96-го года. Да, были трудные периоды, особенно я вспоминаю 94-й год, когда мы все с вами думали, вот-вот команда расстанется с высшей лигой. И некоторые поговаривали, да и пусть лучше будем играть во втором эшелоне российского футбола, больше зрителей будет, мы там будем одерживать победы, будем в тройке призеров, будем в пятерке, и вот будет, так сказать, нормальная ситуация. Я лично считаю, что для нас с вами, для Самарской области, это ненормальная ситуация. Мы должны быть всегда первыми. Мы первые в автомобилестроении, мы первые в самолетостроении. Я скажу вам, за 96-й год в России собрано всего 3 самолета, за рубеж продано 2. И все это сделано в Самарской области. И вот тогда, в 94-м году, было принято решение, что мы все, всем миром, как вот на Руси водится, должны поддержать нашу родную команду. И мы создали попечительский совет. Да, вот как политик я, как вот другие политики здесь, директора фирм, предприятий, мы рисковали. Мы рисковали не капиталом, не деньгами, это ладно. Мы рисковали и своей репутацией, но мы надеялись, глядя вот на этих прекрасных молодых людей, что наша забота откликнется в их сердцах, и они нас не подведут спортивной злостью, настойчивостью и волей к победе. Мне бы, конечно, хотелось сказать очень много добрых слов в адрес отдельных членов попечительского совета. Я благодарен, допустим, Чернавину, и благодарен Паролло, членам попечительского совета. Они организовали перевозки команды, и наша команда выглядела не хуже других, летая чартерами из нашего родного города. Мне хочется большое слово добра сказать и Радаеву Михаилу Леоновичу, который снабжал горючим нашу команду и наши самолеты, и они летали. Ну и, конечно, мы все с вами прекрасно понимаем, что Честное не может быть без призов нашей любимой команды. Я думаю, лучший приз бы команде был одно из призовых мест в чемпионате России. Но это волей губернатора не сделаешь. Это надо только завоевывать вместе с нами. Ваша поддержка, как правильно сказал старший тренер Аверьянов, поддержка зрителя, 12-го игрока и наша поддержка попечительского совета должны все-таки дать свои результаты. Я в это верю. Ну а поскольку у них нет медалей еще пока чемпионата России, давайте мы их наградим призами попечительского совета, призами зрительских симпатий, всем тем, чем мы можем сегодня отблагодарить команду за доставленное нам удовольствие. Ну и решением попечительского совета
лучшим игроком 1996 года признан наш вратарь Юрий Шишкин. Сюда выходи. Выходи сюда, Юрий, выходи сюда. Пусть выходит сюда, и все видят. Ну и я хочу пригласить на сцену представителя города Тольятти, Кожухова Владимира Ивановича, который является, ну, будем говорить, олицетворением, что команда любима в области, а не только в городе Самаре. И Кожухов вручит приз лучшему игроку сезона. Пожалуйста, Владимир Иванович. Ну, я немножко займу ваше внимание и расскажу историю появления тольяттинских болельщиков на Самарском стадионе. Ну, вы знаете, что раньше это было традиционно. Тольятти в период строительства Волжского автозавода и Большой химии регулярно ездила в Самару смотреть Крылья Советов. Но с тех пор, как там появилась своя хоккейная команда, народ немножко в возрасте постарел, ездить стали все меньше и меньше, и традиция угасла. И вот месяца полтора-два назад, при посещении, значит, Константина Алексеевича в больнице, с его легкой руки, когда он предложил мужике, давайте съездим, посмотрим футбол, а мы, как старые футболисты, у которых до сих пор болят все кости, не выдержали и поехали. И что поразило Тольятти, вот лично меня? Меня поразило в команде эта неуемная страсть и желание бороться до конца. Вот я по натуре человек, который может простить любому игроку, любой команде все, кроме желания бороться. То есть можно проиграть, можно крупно проиграть, можно всякое проиграть, потому что есть сильные соперники, которые получают там по 5 миллионов долларов в год и так далее, и которые, конечно, разорвут любого. Но не играть с ними, не бороться против них невозможно. То есть должна быть воля, борьба, и вот это в команде есть. Это сразу подкупило, а я был на первой игре с КамАЗом, когда выиграли 2-0. И вот с тех пор, значит, вот с легкой руки Константина Алексеевича, а потом уже из тяжелой руки Леона Ковальского, значит, мы как-то вот так закрепились и стали ездить на каждую игру. И более того, возить небольшие такие сувенирчики игрокам, которые нам понравились. Нет, мы намерены уже и на выезд ездить с командой. Теперь два слова немножко по поводу вашего проигрыша в Тольятти. Конечно, нам очень обидно, что вот три матча, которые вы в Тольятти проиграли, и которые не дали вам возможность войти в восьмерку и выступать в Кубке Интертота, мы целиком, наверное, берем, ну, на себя. Действительно, организационно мы эти матчи не подготовили. И я думаю, причина одна, потому что в попечительском совете команды нет ни одного представителя от Тольятти. Так, Константин Алексеевич? Ну вот я, значит, от общественности Тольятти, так сказать, получил мандат доверия и записался кандидатом в попечительский совет. Но мне выставили условия, значит, что кандидатский стаж, как раньше в партии, не менее 2 лет. Но я думаю, что если, значит, меня примут сегодня, то следующие игры, которые вы будете проводить в Тольятти, вы обязательно будете выигрывать, это мы ручаемся. Обязательно. Вот. А теперь, значит, о главном. Ну вот, может быть, как-то зал подумает, что под давлением губернатора мы вот привезли приз Шишкину. Абсолютно не так. Тольятти город свободный, вы знаете, очень лояльный к властям, но тем не менее имеет всегда собственное мнение, и не всегда оно согласуется. Ну вот здесь вот мнения совпали. Мы там не только в Тольятти, но и в Жигулевске немножко пошептались. И действительно считаем, что лучший в сезоне был Юрий Шишкин. Более того, вот наши болельщики, там у нас бытует мнение, значит, ну вы знаете, вратарская профессия – это самое тяжелое. То есть со слабыми или играешь соперники, с сильными или пропускать никогда не хочется. А любой пропущенный гол – это вина вратаря, поэтому расслабляться ему никак нельзя. И тем более нельзя расслабляться, когда рядом нет ни Борези, ни Чевадзе, ни Бекенбауэра, да, никого. То есть ты вот один, на тебя валят, да, и с 7 метров бьют тебе прямо в лицо. Так вот,
Но я рад, что ваш игрок Мазур стал в один ряд с теми, кого я перечислил. Это радует нас. Так вот, что я хотел сказать, значит, по этому поводу. Я сам играл, значит, правда, 2 года всего в «Звезде» в Иркутской, по второй лиге в Сибири, правым защитником. И знаю, что такое сзади вратарь, да? Или это вратарь, который пускает все подряд, да? Или тот, который все подряд ловит. Мы всегда предпочитали последнего. И вот у нас в Тольятти сейчас появилось такое выражение про Юрия Шишкина, так, ну, сленговое выражение, в среде «человек-стена». То есть все, что туда пинается в рамку, все отбивается. Юр, и вот что я хочу, значит, от имени тольяттинских болельщиков и от себя лично тебе пожелать перед тем, как вручить приз. Ну, мы будем желать в нескольких номинациях. Первая номинация спортивная. Я желаю тебе, чтобы рядом с тобой всегда был классный задний стопер. Всегда. Это что касается, значит, спортивной. Теперь номинация, будем говорить, чисто такое вратарская номинация. Так вот, Юр, я тебе желаю, чтобы ты в любой ситуации находил самые оптимальные решения. Ну и последнее, значит. Ну, Константин Алексеевич сказал, что Самарская область лидер, ну, во многих, так сказать, направлениях экономики нашей страны. Ну вот мы подумали в Тольятти, самолет мы тебе дарить не стали. Потому что и с парковкой проблемы. Чернавин, знаете, какую арендную плату за самолеты берет? Да и заправка, она только по силам попечительскому совету. Поэтому мы решили, Юр, подарить тебе скромную 99-ю машину. Вот я, значит, являюсь президентом, помимо еще там кучи должностей, фирмы «Волга-сервис». У вас в Самаре есть филиал этой фирмы, называется «Волга-сервис Самара». Улица Товарная, 26. Ну, Товарную, я не знаю, где эта улица, но вы наверняка знаете, да? Вот, вот сервисная книжка, Юр. Цвет машины сандаловой, стоит она вот на улице Товарной, 26. Одни ключи у меня я тебе сейчас отдам, вторые в машине. Приезжай, бери, садись, катайся. Ну, я думаю, с таким вратарем мы следующий сезон в тройку войдем 100%. Иначе машину отберем. Вот так вот пожалеешь, а почему нет приза лучшему губернатору, к примеру? Но есть приз лучшему бомбардиру команды, а нас Махлюк. А нас за сборную Сирии играет в чемпионате Азии. Приз вручается старшему тренеру Аверьянову. Все, я тебе только руку возьму, а ты передай все это Анасу. Самый полезный игрок команды попечительский совет определил в сезоне 96-го года Виктор Булатов. Ну, а видите, вот машину вроде выкатить на сцену трудно, да? Теперь говорят так, ну и музыкальный центр, что мы потащим? Ну вот документы. Я верю, что его вам отдадут. Самым стабильным игроком сезона считается Василий Мазур. Видеомагнитофон. Так вот, эта бумажка, вот эта книжка, говорит видеомагнитофон. Ну и, конечно, я думаю, вы все сейчас догадаетесь, приз зрительских симпатий Гарни Кавелян. Выходи сюда.
выходи. Ну выходи, выходи, выходи. Сейчас. Видеокамера. Так, стой, не уходи, еще не все. Это еще не все. Приз зрительских симпатий такой многозвенный. Скажи. Дорогие друзья, от имени городской администрации я хочу Гарников поблагодарить за те минуты, которые нам доставляет своей изумительной игрой, неповторимой совершенно техникой. И мы хотели бы, чтобы он был примером для молодых игроков. Я знаю, что он таковым является и в жизни, и на поле еще долго и долго. Спасибо, Гарник. Ну, у него теперь две видеокамеры. Вы видите, попечительский совет работает демократично. Мы не договариваемся о призах. Но я считаю, что это вполне заслуженные награды нашему выдающемуся футболисту. Кто видел последнюю игру с «Зенитом», понимает, сколько сделал Гарник. Правильно, пожелаем ему успеха. Ну и, уважаемые друзья, есть у нас с вами старший тренер, главный тренер команды. Много всегда в жизни бывает проблем. Решать их всегда трудно. Иногда горячие головы пытаются так: или игроков всех разгоним, или главного тренера поменяем. От этого мастерства не прибавляется. Мастерство прибавляется, когда каждый день упорно и настойчиво соблюдаешь спортивный режим. Когда каждый день тренируешься, когда каждый день оттачиваешь свое мастерство под руководством такого замечательного тренера, как Александр Аверьянов. От лица попечительского совета приз Александру Аверьянову вручает президент акционерного общества «Инон» Борисов. Прошу на сцену. Поздравляю. Вот я подумал, может быть, тут что-нибудь про футбол. Нет, тут как раз про чемпионат Азии. Шокирующая Азия. Смотрите, учитесь и побеждайте. Дорогие друзья, на этом моя миссия закончена. Я сейчас спущусь вместе с вами в зал и буду продолжать чествовать нашу любимую команду. Так пожелаем им успеха в 97-м году, а нам участие в европейских кубках. Я думаю, что мы попросим капитана попечительского совета Константина Алексеевича Титова занять место рядом с командой. Не возражаете? И все вопросы, которые вы приготовили футболистам, руководству команды, задавать и нашему губернатору. Ну, я хочу добавить к словам председателя попечительского совета, что приготовлено очень много подарков. В сегодняшний вечер, к сожалению, мы не можем, так сказать, только дарить подарки и рассказывать анекдоты, правда, с большим смыслом, как это сделали тольяттинцы. Но я хочу сказать, что вы знали, что особым призом отмечен и Александр Орешников, чудо-печь акционерного общества «Авиакор». И Сергей Шишкин. И Александр Аверьянов-младший, холодильником. И каждому игроку команды Николай Парола, акционерное общество «Салют», дарит термоса. Ну что ж, а теперь давайте приступим к вопросам и ответам. Уважаемые болельщики, ради чего мы сегодня и собрались? Чествовать команду и спрашивать. Итак, у вас в зале, в сегодняшнем зале установлены два микрофона. Вот первый микрофон слева от меня, справа второй микрофон. Пожалуйста, подходите, задавайте вопросы и, пожалуйста, называйте имя, отчество, где работаете. Я думаю, что когда будем смотреть нашу программу по телевидению 16 ноября, чтобы болельщики знали своих героев. И третий микрофон у нас установлен на балконе. Тоже для вас, уважаемые, возле радиорубки, уважаемые болельщики. Итак, начинаем третий тайм. Третий тайм вопросов и ответы.
Хочу, пока вот движутся наши уважаемые болельщики к микрофонам, объяснить, что эти мячи не бутафория. Вот этот мяч будет вручен болельщику, который задаст самый интересный вопрос. А вот что касается второго мяча, пока секрет. Пусть это будет для вас сюрпризом. Я передаю микрофон в команду. Итак, готовы? Готовы. Пожалуйста, первый микрофон. От имени болельщиков старшего поколения я поздравляю команду «Крылья Советов» с таким достижением, какое они преподнесли в этом году нам. Радость, когда мы не тряслись по осени, до припадков не доходили, вылетят, не вылетят. Ну, команда отыграла на должном уровне. Я еще в середине лета говорил, что 7-е, 10-е место их, это должно было быть. При объективном судействе 7-е место было бы. Но если там есть такие, бригады, как из Простоквашино, которые не только в Самаре устроили кутерьму, а и в Питере заставили болельщиков покидать бутылками, то уж тут, конечно, тяжело. Теперь что еще? Мы очень довольны, что у нас появилась и вторая команда в Самаре. Команда Титова. Это надежный капитан, как я думаю. И он не должен нас подвести. С этим капитаном мы должны быть в европейских кубках. Пожалуйста, микрофон справа, ваш вопрос. Ну, как говорится, на ошибку хочется. Вот планы на будущий год. Будете кого-нибудь покупать? Пожалуйста. Сергей. Належинский Сергей. Кому вот, вопрос, Сережа? Ну, капитан команды, будем в следующем сезоне покупать кого-нибудь? Игроков будем покупать? Главный тренер команды, наверное, должен ответить на этот вопрос. Отвечает Александр Аверьянов. Конечно, наверное, тоже вопрос не ко мне, с одной стороны, потому что финансами у нас распоряжается президент Борис Яковлевич Вальков. Но, тем не менее, значит, мы рекомендуем тех людей, которые нам нужны. Конечно, нам надо усилиться, это однозначно. Нужно два защитника, два полузащитника, крайний и центральный. Остальное, по-моему, нормально. Хорошо, спасибо. Так, у нас микрофон наладился на балконе. Пожалуйста, микрофон на балконе. Вот я как болельщик просто хотел чисто с своими ребятами, с молодыми, пройтись по трибунам, подписаться, собраться, подписи. 30 тысяч надо будет, 100 тысяч. Мы соберем, вы только скажите. Мы отправим этому Толстых, мы отправим этому Колоскову все эти подписи. Если можно, если бы они прислушались к мнению болельщиков. Можно, если это сделать? Ну, скажите только, мы сразу соберем. Еще я желаю, чтобы в следующем году, ну, не в Лиге чемпионов, так в Кубке УЕФА, чтобы ребята наши играли обязательно. Спасибо. Я думаю, что действительно к нам, по отношению к нам поступили очень несправедливо. Вы сегодня читаете прессу, видите телевидение. Какие волнения были после игры ЦСКА с Черноморцем? Какие волнения были после игры «Спартак-Зенит». И тем не менее, только на 5 миллионов их оштрафовали. Значит, ну спасибо нашим тольяттинцам, которые у нас не взяли за аренду стадиона, когда мы должны были по 200 миллионов платить за каждую игру. Это минус 600 миллионов. Считаю, что это сделано было специально, потому что следующая игра была с «Динамо». А «Динамо» нас боялась. А президент «Динамо» Толстых, вы сами понимаете, все сделали, чтобы унизить нас и отправить играть от болельщиков, которые мощно нас поддерживали. Я думаю, что на конференции Борис Яковлевич Вальков выступит и скажет все, что думает по этому вопросу. Спасибо. Вопрос слева, первый микрофон. Михайлов Евгений, Самара. У меня вопрос главному тренеру Александру Аверьянову. Я хотел бы узнать, кто из нашей команды, если
есть кто призывается в сборную России? Лично я не знаю, вот хотел бы от вас услышать. Значит, я бы ответил так, что у нас сегодня есть игроки сборной Беларуси, это Орешников и Мартёшкин. Есть игроки сборной Армении, это Гарни Ковалян, которого мы не отпустили туда специально. Только потому, что он становился легионером, нам это невыгодно. Но его действительно очень настойчиво звали в сборную. И приезжали просматривать от Игнатьева Бориса Петровича, значит, главного тренера сборной России, это Булатова просматривали. Вот пока... Ну, наверное, еще я уже говорил, вы знаете, это Махлюв и Нихат, они, значит, играют сильно в своих сборных, в сборной Сирии. Вот. Ну, а по Гарнику я бы сказал так, может быть, коротко, что это душа команды. Спасибо. Вопрос справа, второй микрофон. Ильин Иван из Самары. Я хочу задать вопрос Гарнику и Аваляну. Гарник, какова, на твой взгляд, обстановка в крыльях Советов? И как ты чувствуешь себя в команде? Спасибо. Спасибо за вопрос. Обстановка команды, климат команды, как ни в какой-либо другой, очень такой подходящий для нашей команды, великолепный цепь. Есть, можно даже просто привести пример, как, допустим, эти Махлюв и Нихат пришли в команду, и сразу же в течение, там, они буквально сколько там, месяц-полтора побыли в команде, месяц-полтора они в команде были, и уже они практически, можно сказать, понимают, уже с ребятами общаются на русском. И понимают великолепно, они сами же начали говорить, никаких там, ни... Выходим мы на поле, как на поле всегда вся команда бьется, так и мы спокойно в жизни, в коллективе вместе. Мы одним словом отдыхаем вместе и играем вместе. Спасибо. Спасибо, Гарни Ковалян. Первый микрофон. Евсеев, завод «Прогресс». У меня вопрос к Константину Алексеевичу. 1996 год выборный, год выборов. Не получится ли так, что закончатся выборы, весь попечительский совет, как говорится, ну, уйдет в сторону, разойдется, как говорится. Это вам вопрос. И минуточку я не дам. И в этом году 50 лет отдано стадионам, прошло через нас, через болельщиков, 1000 поколений, как говорится, футболистов, много поколений футболистов. Вот. Поэтому всех болельщиков призываю отдать голоса на выборах за Константина Алексеевича, нашего губернатора года, чтобы в лице его на будущее наша команда. Ну, если позволите, я отвечу так. Наверное, не имело смысла создавать попечительский совет, чтобы это от выбора. Это, наверное, вы знаете, футбол – это игра миллионов. Весь мир играет в футбол. Давайте вспомним, ну, кто-нибудь из нас в детстве хоть раз прошел мимо мяча, чтобы не ударить? Не было этого. Поэтому это дело жизни, дело нашей жизни, дело наших детей, внуков. И его надо сегодня поддерживать. Спасибо. Вы знаете, сегодня вместе с командой «Крылья Советов», я уже говорил, пришли и ветераны команды. Вот сидят они во втором ряду. И я слово хочу предоставить одному из ветеранов команды «Крылья Советов». Одному из вратарей команды далекие 55-59 годы, это Владимир Мигалев. Кто не знает, пожалуйста, познакомьтесь. Владимир Викторович Мигалев, кандидат технических наук, возглавляет одно из предприятий Самары. Пожалуйста, похож на вратаря Юрия Шишкина? Дорогие друзья, значит, мне очень приятно сегодня поздравить, значит, нашу команду, так это этих юных ребят, значит, которые не щадя себя, и поздравить их в первую очередь за их огромный мужской труд, за опасный труд. Я, как ветеран команды, представляю, что это такое. Вот я вам скажу на примере. Мы в Сочи знали
вот в кроссовом отношении каждую шпалу на одноколейке. Я представляю, что ситуация, ну, близко к этому и сейчас. Поэтому это огромный мужской творческий труд, и я хочу, чтобы вы поаплодировали за этот труд этому коллективу. Спасибо. Товарищи, у нас не было попечительского совета. Сейчас приятно смотреть, вот, что такой мощный, значит, директорский и губернаторский коллектив поддерживает команду. Это очень приятно. Я думаю, что это взаимообогащает ту и другую сторону. Значит, мне бы хотелось обратиться, ну, в качестве пожелания к губернатору Константину Алексеевичу Титову, чтобы в бюджете Российской Федерации отдельной строкой было предусмотрено финансирование команды «Крылья Советов». Я поздравляю команду от имени ветеранов команды. Значит, желаю им по жизни, как говорится, так, счастья, здоровья, успехов, чтобы никогда не было никаких травм. Так, они часто случаются. Так, и по жизни, чтобы у этих молодых людей были только счастливые бы, значит, моменты в жизни. Всего вам хорошего. Спасибо. Владимир Викторович, а вот такой вопрос. А кто вам, честно скажите, кто вам больше нравится из команды, сегодняшней команды «Крылья Советов»? Я, естественно, голкипер Шишкин. Вопросов нет. Спасибо. Владимир Мигалев, вратарь, 55-59 годов команды «Крылья Советов». Пожалуйста, первый микрофон. Я Иванцов Максим. У меня вопрос к губернатору Самарской области. Вот вы обещали, после, прям же на первый день после игры с «Зенитом», вы должны были делать на стадионе «Металлурги» поле с подогревом. Вот как это сейчас идет? Максим, очень правильный и своевременный вопрос. Если мы считаем с вами, что команда должна играть в высшей лиге, выходить в призеры и играть в европейских кубковых турнирах, то, конечно, нам просто необходимо поле с подогревом. Я не знаю сейчас, вот, сможем ли мы это сделать в 97-м году, но в планах у нас есть или реконструкция стадиона «Металлург» и строительство там поля с подогревом, или в другом месте нашего города. Но мне кажется, дешевле будет сделать на стадионе «Металлург». Спасибо. Вот у меня вопрос к Юрию Шишкину. Вот я слышу, что он курит. Если он курит, со скольки лет? И для чего? Потому что как бы он спортсмен. Какому Шишкину? К Юрию. Они все курят. Кто пьет, мужики, встань, кто пьет. Нет, ну если честно сказать, я покуриваю немножко, особенно после игр, неудачно проведенных, волнение как-то снимает. Вот. Но я думаю, что это не пример для подражания, правда, Юра? Главное, чтобы руководство не видело, и все. Я Шмаков Славы из Самары. У меня вопрос, конечно, не из лучших, но мне интересно знать, собирается ли кто-нибудь из команды уходить и почему. Вопрос главному тренеру. Вопрос, что называется, ребром. Кто собирается уходить, Александр Николаевич, из команды? Если да, то почему? Ну, у нас закончились контракты у Аверьянова Александра. Одного и второго, кстати. Значит, Минашвили Мамука. Вот, по Мартёшкину надо решать вопрос, Слободько. Вот в основном все. У остальных на 2-3 года контракты. Ну, будем разговаривать с этими футболистами. И я думаю, что вынесем все это на правление клуба, затем правление клуба уже будет ходатайствовать перед попечительским советом, и я думаю, что вопросы должны решиться положительно. Спасибо. Оптимистичный прогноз дал Александр Николаевич. Пожалуйста, микрофон справа. Я представляю интересы мебельного предприятия ПКО «ЭДМ».
мы хотели бы выразить свои симпатии тренеру Равилю Хамидановичу Аряпову и Василию Мазару, последнему защитнику. И хотели бы, не являясь членами попечительского совета, поздравить их и предложить в подарок им комплект мебели, изготовленный нашими руками, который пользуется спросом на протяжении 6 лет, и который вы можете приобрести бесплатно. Бесплатно. Мы вам дарим его по адресу Заводское шоссе 101. Равиль Михайлович, пожалуйста, приезжайте. Василий, мы вас ждем. Сергей Грибов адрес нас знает, он вас проводит. Мы вас любим и ждем. И ждем вас на площадках, на наших самарских. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, уважаемые болельщики, у нас остается мало времени. Пожалуйста, подготовьте самые интересные, самые любопытные вопросы. Пожалуйста, первый микрофон. Это я, пап. Пап, я Никола Аверьянов. Ты помнишь? Нет. Вот такой вопрос тебе. Смотри, когда делаете в городе манеж футбольный? Спасибо. Когда сделаете футбольный манеж? Я сейчас спрошу Константина Алексеевича Титова, и он нам скажет. Ну, Николай, знаешь, как в русской народной сказке? Будет вам и печка, будет и свисток, дайте только срок. Хорошо, спасибо. Первый, извините, вот требует слово на балконе. Чем помогает директор ликеро-водочного завода команде «Крылья продукции»? Продукция или, может, чем-нибудь другим? Так, пожалуйста, генеральному директору «Родник» вопрос. Ну, как член попечительского совета, естественно, наш комбинат помогает команде финансами. Естественно, подарками. Но на одном из попечительских советов было принято решение, что комбинат «Родник» обеспечивает команду «Крылья Совета» формой. И опять-таки с решения попечительского совета и команды в этом году принято решение все последующие игры следующего года проводить в форме, приобретенной на средства комбинат «Родник», и с нанесением нашего фирменного названия комбината «Родник». Спасибо. Николай Васильевич Мазалов, генеральный директор акционерного общества «Родник». Интересно, а влияет ли продукция на повышение спортивной формы команды? С утра. Хорошо. Пожалуйста, первый микрофон. Вопрос к Александру Николаевичу и к Борису Яковлевичу. Вот, я хотел бы спросить, вот после игры «Зенит» мне понравилось, как играл Корчагин. Вот, почему он не выходит вообще, хотя бы не в основном составе, но почаще его выпускать? Вот. Я понимаю, вы переживаете за местных ребят и правильно делаете. Вот, конечно, Сергей 2 года уже в команде, и он прилично прибавил. Это труженик и на тренировках, и в игре вы видели, он каши не испортил. Ну, есть еще, конечно, слабости кое-какие. И мы считаем, что на этом месте Цыганков, Аверьянов или Сафронов, они в данный момент сильнее, поэтому мы пользуемся их услугами. Но, тем не менее, Сергей – игрок основного состава. Спасибо. Уважаемые болельщики, наше время, к сожалению, подходит к концу, и я хочу… Да. Последний вопрос, так и быть, сделаем. Задает Александр Горбунов. С какой командой вам больше понравилась игра? Неинтересно, но зато оригинально. Хорошо. Итак, заключительное слово нашей встречи я предоставляю Гарнику Аваляну, капитану нашей команды. Приветствуйте, Гарник Авалян, прошу сюда. Пожалуйста, микрофон. Так, уважаемые болельщики, уважаемые любители футбола. Во-первых, в первую очередь я хочу поблагодарить и сказать спасибо от имени всех игроков команды, от имени всего руководства
за ту теплую поддержку, которая была оказана нам в течение всего сезона. Хочу сказать большое спасибо от имени всех игроков, поблагодарить попечительский совет во главе с Константином Алексеевичем Титовым за ту помощь материальную и финансовую, которую они оказывали, и мы должны надеяться и уверены, что они окажут в дальнейшем, чтобы команда и в будущем играла нормально и занимали более высокие места. Без этой помощи практически невозможно существование команды. Поэтому большое спасибо всем вам, всем болельщикам. Приходите и в следующем сезоне, в общем, мы постараемся сделать все возможное, что зависит от нас. Спасибо всем. Уважаемые болельщики, Гарник, пожалуйста, не уходи. Пожалуйста, не уходи. Вот этот второй мяч, который я сейчас, вот, Гарник, забирай. Этот второй мяч команда «Крылья Советов» дарит главе попечительского совета команды «Крылья Советов» Константину Титову. Мяч этот был у вас там, есть. А теперь, уважаемые болельщики, кто задал вот этот вопрос? Поднимитесь, пожалуйста. Я приглашаю вас на сцену. Женщины говорят, лучше задавать вопрос. Представьте, пожалуйста. Ну, я Горбунов Александр Евгеньевич, учусь в Самарском железнодорожном техникуме. Футболом занимаешься, играешь в футбол? Ну, да. Нравится тебе команда «Крылья Советов»? Конечно, на каждый матч хожу. Отлично. Да вот, уважаемые болельщики, я, к сожалению, не прочитал вторую половину вопроса. Да, расскажи, пожалуйста. Ну, мы все лето играли, вот у нас мяч порвался. Единственное, купили, а стипендию не дают. Ну что, поможем? От вашего имени, от имени команды «Крылья Советов», пожалуйста, Александр Николаевич, вручить Александру Горбунову и его команде этот подарок. Вот этот вопрос остается в музее команды «Крылья Советов». Не возражаете? Итак, спасибо всем, кто принимал участие в нашей сегодняшней встрече. Спасибо уважаемым телезрителям. До встречи в новом сезоне!